Всем привет! В этом видеообзоре я хочу рассказать вам о садовом измельчителе Viking GE355. Его мощность составляет 2,5 кВт. Минимальная скорость вращения рабочего инструмента составляет 2750 оборотов в минуту. Он может измельчать ветки толщиной до 3,5 см. Вес инструмента составляет 30 кг. Измеренный уровень звукового давления составляет 94 дБ. Данный измельчитель оснащен большой загрузочной воронкой. Будь то толстые ветки или мягкие отходы, запатентованные реверсивной технологией и мощной режущей системой, все измельчится без проблем. В комплектацию входит паспорт с подробным описанием инструмента. Колеса, крепежный механизм и набор ключей, крутые колпаки с логотипом Viking. За счет вставки нижней части воронки щепа не будет разлетаться в разные стороны. Высота измельчителя составляет 142 см. Важная особенность. Чтобы измельчать ветки, переключаем рычаг в левую сторону. Ждем 6 секунд и после этого нажимаем на зеленую кнопку. Чтобы измельчать мягкие отходы, верните рычаг в исходное положение. Подождите 6 секунд и запустите двигатель. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок!